Время диктует новые условия ведения бизнеса, и химкинские предприниматели готовы под эти условия подстраиваться. Для них состоялась презентация отечественных автомобилей. Собранные в Татарстане, машины «Атлант» не уступают своим зарубежным аналогам. Производительные, вместительные, с хорошей проходимостью. 30 метров. Ну, все отлично. Можно по колдобинам, да, по колеям ездить. Хорошая машина. Депутат муниципального совета Артур Каримов отметил, новая концепция российского бизнеса – переход на полное импортозамещение. Для этого сейчас создают все необходимые условия. Автосалон «Рольф» один из первых в нашем городе предоставил вот такую возможность нашим предпринимателям увидеть все своими глазами, пощупать, потрогать. Наши предприниматели сегодня смогут получить, все участники этой акции, определенные скидки. А для тех бизнесменов, кто в дальнейшем решит взять коммерческое авто в лизинг, салон предусмотрел скидки до 300 тысяч рублей. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.